Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на Бабахе в V4005 Stage 2. Вас будут ждать самые крутые выстрелы на Бабахе, действительно много урона будет у нас тут. И, конечно же, в этом видео будет множество весьма интересных новостей, которые не советую пропускать, потому что некоторые из них настолько важны, что пропустив их, вы потеряете в дальнейшем в игре World of Tanks довольно много халявы. И, друзья, не забывайте подключать ретро-волны. Остался последний день. Хотя нет, ну, можно сказать, что сегодня, еще и завтра набор будет активен. И, соответственно, потом уже не факт, что его продлят. Там уже, скорее всего, новый набор начнется на Twitch Prime аккаунта, который не факт, что вообще на ру сервере будет. Но, в принципе, еще можно подключить набор ретро-волны, если еще не сделали этого, конечно. Понятно, что многие уже подключили, кто хотел, но кто-то, может быть, колеблется и зря, потому что за 100 рублей вы получаете S3 с механизмом заряжания, Scorpion G, Су-100 Y, Кромвель B, уникальный 2D стиль и уникальную декаль. Всем привет, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы поиграть на сайте World Cup в игру Crash. Ставлю 4090 золота, ну, довольно-таки немало, как вы понимаете. Посмотрим, что получится выиграть. Давайте заберу. Коэффициент 3 весьма неплох. И также есть у меня промокод для вас, который бесплатно даст вам 50 золота на сайте. Вот он. Соответственно, сможете бесплатно поиграть и, возможно, выиграете какие-нибудь ценные призы. Давайте еще одну ставочку сделаем. 4090 золота, прям как видеокарта нового поколения. Ну, в общем, хотелось бы, конечно, чтобы он еще хотя бы коэффициент x2 там был. Ну, около того. Давайте заберу. В общем, нормально. Я, кстати, это вовремя забрал. Так что, если интересно, переходите на сайт, играйте и используйте мой промокод Маракаси, который дает дополнительный бонус при пополнении. И, конечно, друзья, вы по-прежнему можете выиграть золото, а для этого всего лишь напишите какой-либо комментарий и укажите свой игровой ник после просмотра видео. Смотрите видео внимательнее, чтобы комментарий был наполнен, соответственно, информацией из видео. Ну, не детальный, конечно, но чтобы видно было, что вы смотрели видосик. И также, друзья, конечно же, не забывайте ставить лайки или даже дизлайки, если видео вам не понравилось, чтобы я понимал, соответственно, правильно ли я все делаю или нет. Также, друзья, вот новый 3D стиль, который можно будет получить в случае, если вы участвовали на глобальной карте в режиме Железный век и попали в топ-10 тысяч. Сам 3D стиль в целом, ну, неплохой, хотя чего-то тут такого выдающегося в этом 3D стиле я не вижу. Тем не менее, если вдруг вы, соответственно, участвовали в этом режиме, вы еще и сможете получить, возможно, танки за боны, хоть они все и старые, но тем не менее пополнить свою копилку танков вполне можно будет. Также, друзья, активизировались мошенники. Это, в принципе, типичная ситуация, когда кризис, когда люди там теряют работу, и действительно ситуация напряженная. Мошенники работают вдвое и вдвое зарабатывают на вас, конечно же. И чтобы такого не происходило, будьте максимально внимательны. И я рассмотрел, соответственно, некоторые способы, которыми вас могут нагреть, чтобы вы не попались.
Один из самых распространенных способов это корявая ссылка на сайт, то есть не настоящая. То есть, соответственно, вы переходите, видите World of Tanks, вам кажется, раз World of Tanks, значит, соответственно, официальный сайт. Но по факту там может быть черточки, или может быть вместо World of Tanks написано, там, например, World of Tanks или что-то такое. То есть ссылка сама похожа вроде бы, но она, соответственно, изменена. Как, соответственно, не попасть на такое? Во-первых, если вам на почту приходят какие-то сообщения, чтобы вы обязательно пришли побыстрее там и по этой ссылочке получили подарок, то подумайте дважды, не пытаются ли вас обмануть. А также, если вам кто-то написал соответственно, в личные сообщения в игре World of Tanks, там, типа, вот смотри, я тебя обнаружил, читер ты, тебя теперь забанят, твой аккаунт, соответственно, дает ссылочку, вроде ссылочка на сайт What Replace, ты думаешь, ага, наверное, сейчас посмотрим, что он там имеет в виду. Переходишь по этой ссылочке, а это вредоносная ссылка, то есть там заходишь в фишинговый сайт, ворует твои пароли. Поэтому не переходите ни по каким ссылкам, это первое правило. Ссылки можно найти, например, через Google, там вести World of Tanks, там первая ссылка, это сразу будет сайт. Также всякие интересные, на первый взгляд, предложения появляются, то есть ты видишь там, например, рекламу, вот зайди и купи там, например, Чифтейна или еще какой-нибудь редкий прем-танк, еще и по весьма такой выгодной цене, там за 1000 рублей Чифтейна там или что-нибудь такое Е25 там за 500 рублей. Понятно, что обман, скажем так, на совсем непонимающего человека, но, соответственно, некоторые ведутся, раз такие рекламные посты появляются ВКонтакте там. Люди некоторые думают, что действительно такое есть. Так что будьте бдительны и старайтесь, соответственно, не попадаться на такие разводы. Если что, всегда можете написать там, например, в техподдержку World of Tanks и узнать, действительно ли это предложение официальное или же это обман. Далее, друзья, у разработчиков спросили, будет ли открыт чат. Соответственно, в ближайшее время не будет, ответят разработчики. И оно и понятно, конфликт еще далек до разрешения, еще очень-очень далеко, к сожалению. И, соответственно, лично мое мнение, если вам интересно, открывать чат это сейчас полная глупость, потому как люди будут оскорблять друг друга. Будет много агрессии. Зачем это? Это компьютерная игра, она создана для развлечения, она не имеет, соответственно, никакого отношения к политике. Все равно зацепляет политику, но все-таки мы тут для того, чтобы развлекаться и отдыхать от того, что происходит. Это все-таки компьютерная игра. Далее, друзья, 2D стилер балка, его можно будет получить с помощью подписки Яндекс Плюс, которая будет в августе. Также там будут разнообразные прем-танки и еще много всего другого. Но об этом чуть подробнее. Сейчас, к сожалению, всех призов неизвестно. Нужно дождаться августа, как вы понимаете. Как выглядит этот 2D стиль. Ничего вообще необычного. По-моему, совсем стандартно. Основной плюс Яндекса этого, это то, что там можно прем-танки получить в аренду, если у вас их нехватка. Далее, друзья, тоже весьма такая вот важная вещь, это то, что в августе разработчики официально, кстати, заявили о том, что будет празднование 12-й годовщины World of Tanks и приглашает вас отпраздновать. Вот что написано: мы подготовили веселый праздник с вечеринкой на пляже, подарками и увлекательными приключениями. Приглашаем всех игроков отметить это событие. Так что, если вдруг вы хотите получить максимум призов, то стоит ожидать именно августа. А конкретнее я бы отметил 12 августа, по крайней мере, на одном из
серверов на европейском конкретнее отмечается именно дата 12 августа. И что же нам могут подарить? В принципе, тут есть такой танковый 1С механизм заряжания, но обычно такие танки связаны с подарком для ветеранов, а обычно награждают подарками ветеранов в октябре где-то, но ситуация поменялась, и, может быть, разработчики все перенесли, и, соответственно, КВ-1С механизм заряжания мы сможем получить уже в августе. Но также стоит ожидать огромное количество акций, вплоть до того, что будут значительные скидки на прем-танки, будут продаваться какие-то редкие прем-танки. И тут стоит отметить К2. И тут, конечно, еще стоит отметить то, что разработчики могут все-таки под шумок вернуть черный рынок или похожий ивент, например, торговый караван, как это было в прошлый раз, если черный рынок вообще уже больше не будут использовать, ну, его стилистику. И, конечно, можно будет тем самым приобрести себе годные танки. Но тут стоит понимать, что разработчики в первую очередь сейчас нацелены на то, чтобы не потерять онлайн тот, который есть, и особенно удержать старых игроков, у которых много боев. Вот, кстати, еще один танк ТС-54, который, на мой взгляд, будет продаваться в торговом караване. И, конечно, ну, нужно отделять каким-то образом ветеранов игры World of Tanks от тех, кто практически не играет. Соответственно, тут стоит отметить, что, ну, раньше как это делали? Смотрели, сколько боев у игрока, вернее, не боев, а когда он зарегистрировался. Немножечко поспешил. Ну, короче, вот смотрите, наверняка будет определенные требования, когда ты зарегистрировался, чтобы твоему аккаунту было как минимум 5 лет. И вот за 5-летие даются практически самые крутые награды, но если еще больше лет твоему аккаунту, то, соответственно, призы еще более годные. Но, возможно, в этот раз еще разработчики, вот как раз, что я хотел сказать, что будут учитывать количество боев, которые у тебя есть. И, возможно, потребуется там 1000 боев, ну, в этом году сыгранных, или даже больше. Так что стоит быть активным игроком на всякий случай хотя бы. Ну и тем самым ты еще и акции всякие затрагиваешь. Ну а если вообще не играть, то тоже много подарков дают. Меньше всего подарков дают тем, кто играет очень редко, там по 1-2 боя, там, ну, может быть, не боя, там, ну, в день, там, или там в неделю 10 боев всего. Вот такие игроки, они и акции немного затрагивают. Мало призов получают, так еще и как бы считаются активными игроками, которых не нужно завлекать в игру обратно. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.